Один из денежных сертификатов получила Калия Аимбетова, участковая медсестра Саржансайской врачебной амбулатории Мартуковского района. В медучреждении она работает более 5 лет. Кроме того, женщина воспитывает 5-летнюю дочь с ограниченными возможностями. Всех поздравляю с Днем профсоюзов. Для меня этот день стал особенным. Вручили сертификат на 250 тысяч тенге. Эти средства нашей семье необходимы. Они требуются на проведение операции дочери. Денежный сертификат – большая материальная поддержка. Всего денежные сертификаты получили 9 средних и младших медработников на сумму 250 тысяч тенге каждый. Средства выделили из центрального аппарата. Кроме того, были вручены медали Федерации профсоюзов и почетные грамоты. Мы входим в Федерацию профсоюзов Республики Казахстан, которая имеет 11 санаториев и курортов. Нам предоставляются скидки на санаторно-курортное лечение. Помимо, естественно, мы проводим очень большую работу с ветеранами, с малообеспеченными семьями. В этом году, так как год молодежи был, мы провели 2 молодежных форума. В этом году, в декабре, планируется форум наш республиканский провести в Актюбе первичных профсоюзных организаций. Будет более 200 гостей из разных городов Казахстана. К слову, всего в отраслевой профсоюз входят свыше 23 тысяч медработников региона. Кроме того, в области действуют 58 первичных организаций. Отметим, что в первичке возвращается 65% от внесенных взносов. Все средства в дальнейшем составляют профсоюзный фонд и могут быть направлены на помощь нуждающимся. Наша организация, профсоюзный комитет, состоит из 611 человек. Мы занимаемся именно больше внимания на социальные сторону наших работников. Также мы большую помощь получаем от центрального комитета и наша профсоюзная организация СИНОМ областного значения. В частности, в этом году у нас в нашей организации уже 2 получили сертификаты. Один врач на получение сертификата на квартиру, которая не имела квартиру. Сегодня получает наша санитарка, многодетная мать. Также сертификат на 250 тысяч тенге. Владимир Федотов, Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актобе.